Всем доброго времени суток, уважаемые зрители. И как вы все поняли по картинке, сегодня будет у меня обзор на спиннинг Black Hole Shotgun. Это новинка 2019 года, то есть спиннинг обновленный, да. И, соответственно, мы этот спиннинг в данном видео будем разыгрывать. Вид сегодня у меня, наверное, не очень респектабельный, так как вчера был день дальней авиации. Всех хочу поздравить людей, которые имеют отношение к дальней авиации, с нашим праздником, да, ну и, соответственно, конечно, мне его пришлось достойно встретить. Ну, а мы будем продолжать обзор. Сразу же не отходите от своих голубых экранов, скажу самое главное, потому что знаю, что многие зрители по статистике YouTube не смотрят видео до конца и посмотрят там первые 5 минут и начинают там что-то писать, а потом, соответственно, до конца не досматривают, не понимают, что происходит дальше, и заканчивается дело. Это обыкновенная статистика, да? От этого как бы нет никаких претензий к вам, уважаемые зрители. От этого нужную, важную информацию я скажу сейчас. Данный спиннинг шотган, как я и обещал я вам в предыдущем видео, будет разыгрываться. И вам, чтобы принять участие в розыгрыше данного спиннинга, нужно всего лишь написать под видео комментарий, что вы об этом думаете. Вот эта информация, я думаю, важна. И теперь мы уже будем делать обзор на данный спиннинг. Спиннинг шотган, его длина 2 метра 59 сантиметров. По сути дела 2,60, можно так округлить в большую сторону. И тест 15-50 грамм. Вот он у нас идет вот в таком чехольчике. Чехол уже отличается от бюджетных моделей спиннингов Black Hole. Он такой получается, как бы толстый баллон, как бы такой, ну, водоотталкивающий какой-то материал, напоминает, вот, как в детстве, помните, были там плащи или толстые там курточки, типа баллоневые, вот только вот более толстый, вот что-то такое напоминает. Точно не могу сказать, что за материал. Вот. Традиционный сверху клапан. Разделено на две секции, но не так по прошито, а карман над карманом, да. Эти две секции. Выглядит это вот таким образом. Вот. Спиннинг нужно отметить, что не в бюджетный. Он находится в среднем ценовом диапазоне. В принципе, именно в таком ценовом диапазоне, в районе там, в зависимости от теста и длины там, от 7,5 до 8,5, ну я так грубо говоря, в зависимости от теста и длины спиннинга. В принципе, вообще как бы для такого спиннинга это хороший ценовой диапазон, я бы сказал, такой народный, потому что хорошие спиннинги в такой длине с таким тестом достаточно сильным, серьезным, они уже стоят соответствующих денег, как вы все понимаете. Так, мы видим ручечку. Сейчас я это поближе к вам все сниму колено, чтобы не цеплять. Спиннинг у нас с разнесенной ручкой. Вот такой мы имеем скромный деколь. Все черное, нету супер там какого-то цыганского тюнинга, скромное. Надписи. Все так очень, как бы сказать, аскетично. Ручка из EY. Видим, что на конце бэткапа даже ручка из EY заканчивает конец спиннинга. Как такой вставки бэткапа здесь нету. Все это именно призвано для того, чтобы, как бы сказать, удешевить спиннинг, но не потерять именно на самом качестве колец и бланка, да. Я уже говорил, что фурнитура, она на сегодняшний день стоит очень дорого, да. И, соответственно, нужно сохранить качество самого материала, графита, да, на чем-то, да. От этого фирма Black Hole использует вот свои такие кольца корейские, да, которые не уступают или практически не хуже, чем фирменные оригинальные кольца Fuji, да, но на этом как бы выигрывается цена, да. Ну, что хочу сказать. Качество сборки, ну, вполне отличное, как бы сказать. Как у всех нормальных дорогих спиннингов, я вот
по сборке не вижу каких-то таких проблем. Бланк у нас просто матовый, как бы сказать, такой вот, никакого лакового покрытия на бланке нету. Вот, катушка-держатель, гайка катушки-держателя у нас верхняя. Многие любят это так, потому что здесь получается удобный хват, и сверху закручивается гайка. Гайка такая сверху, видите, карбоновая. Вот. Ну и давайте посмотрим, какое у нас соединение. На самом деле, как бы понимаете, мне тяжело вам что-то рассказать, кроме того, что я именно вижу визуально или что-то пробую, потому что этим спиннингом я сам лично не ловил еще в этом сезоне, но думаю, в следующем сезоне я обязательно попробую им ловить. Им рыбачил мой друг Дима, вот, таким спиннингом закрывал сезон, ловил тайменя и сказал, что он ему именно по тайменю вот такой вот спиннинг вот в таком тесте очень-очень понравился. Я, конечно же, на рыбалке подходил к нему, брал этот спиннинг, там, потряс. Мы с ним это обсудили, обговорили, и спиннинг на вываживание крупной рыбы ведет себя очень-очень хорошо. А я вот еще раз показываю, что всего двумя пальчиками соединяю стык данного спиннинга, и мы сейчас вот посмотрим, стучит ли он. Нет, тут намертво все, и спиннинг очень мощный, и вы даже не слышите таких свистом, потому что он ей не так уж очень сильно прогибается в тесте 15-20, да, но все же он живой спиннинг. Спиннинг данная фирма Black Hawk позиционирует как для джига, именно для ловли трофейной рыбы на джиг, и мы видим, что первое кольцо у нас с тремя лапками. То есть это именно силовое кольцо, куда ложится, куда приходит потом вся нагрузка к комблю. Здесь она собирается и упирается вот на это вот трехлапочное кольцо, которое уже будет держать всю нагрузку и будет включаться работа самого комбля. Спиннинг позиционируется как со строем Fast Regular. Вот. Для ловли трофейной рыбы, я еще раз повторяюсь, именно для джига. Но мне кажется, что вот мое мнение, как бы, ну вот опять же мое мнение, джиговик я не супер, да, как бы сказать, но в целом общее понимание такое есть. Мне кажется, вот именно для этих целей он действительно хорош. А особенно хорош именно на вываживание любой крупной сильной рыбы. Где-то его, вот как у нас получилось, мы рыбачили, закрывали сезон, там, где-то там камни, где-то заломы, удержать этого тайменя, там, чтобы он эти в корчи там не полез, или там щука там, или судак. В то же время такая хорошая жесткость, чтобы подсечь, пробить. Ну, спиннинг именно построю, мне вот кажется очень-очень удачным, да. Давайте взвешим его общий вес. О, 175 грамм. О, 176 грамм. По-моему, на сайте они так и позиционируют. Еще разок. 176. 176. На самом деле, для такого спиннинга в такой ценовой категории, в длине 2,60 и в тесте 15,50, вес 176 грамм. Ну, это здорово в этом ценовом категории. Это не супер. Я знаю спиннинги, которые примерно в этом же тесте до 50, там и в длине чуть-чуть подлиннее весят и 160, и 168. Но там ценник. Это примерно как из песни группы «Ленинград». Ты просто космос, Стас, ты просто космос. Вот там вот как раз именно вот такой ценник. Космос. Вот. Сразу же, да, получается. Здесь я вам скажу, за эти параметры как бы и удивляет вес. И хороший строй, и, конечно, как бы очень хочется им порыбачить именно самому. Что мы еще рассмотрим традиционно? Традиционно рассмотрим его баланс, да, этого спиннинга. Ну и, конечно, так как он до 50 грамм, да, то катушечка должна быть логически соответствующая. Это у нас получается Twin Power 9 года, 4000 PG. Но, в принципе, можно даже и помощнее, так как до 50 грамм. Давайте, чтобы было понимание, взвешиваем вес катушки. Вес катушки вместе со шнуром 357 грамм. Вот. Вес спиннинга 176.
Это чтобы вы, уважаемые зрители, понимали, да? Вот, закручиваем. Ставим вот. Чуть-чуть неудобно, кстати. Вот теперь и хочу сказать, мы имеем здесь у нас на спиннинге такой вот крючочек встроенный, хук-кипер. И как раз вот у меня палец, где я хочу весить его баланс, вот именно попадает на этот вот хук-кипер, да. Вот, видим. Видим, что баланс практически по бортику шпули. И опять же нужно отметить, это, уважаемые зрители, очень здорово, да. Потому что я скажу, все достаточно мощные палки, которые работают по сильной, по трофейной рыбе, у них у всех с балансами, ну, практически беда. Я скажу, это прям хорошее сочетание баланса, длины, веса спиннинга и баланса именно для такой палочки за эту ценовую категорию. Видите, я кисть ослабляю, чуть-чуть, конечно, подклевывает. Ну, не прям так, что хоп, ушел туда клевать. Ну вот. Чуть-чуть расслабляешь, да, есть маленечко, но это вообще незначительно. И в целом вес собран практически в том месте, где вы держите. Вот. Как раз такое продолжение из Евы, чуть-чуть с таким изгибом анатомическим. Как раз вот нижние пальцы у руки вот эти вот подхватывают. Вот этот вот изгиб, вот видите, прям достаточно удобненько. Скажу, неплохо. Какой нюанс? Спиннинг все-таки затачивали для ловли трофейной рыбы, как я понял, да, и мы видим, все-таки они тут и позаботились о том, чтобы дальность заброса данного спиннинга была соответствующая. Если мы видим здесь входное кольцо такого небольшого диаметра, да, то мы видим его удаление от шпули достаточно большое, да, это говорит о том, что на таком расстоянии весь этот пучок, который будет разлетаться со шпули, будет очень хорошо в этот диаметр укладываться и собираться. Также по всей длине, хочу сказать, все кольца идут с достаточно таким большим внутренним диаметром. Это говорит о том, что в холодное время ловли рыбы мы не так будем подвержены проблемам обмерзания шнура. Ну, скажем так, это будет обмерзать и шнур, и кольца, но нам это будет проще. Прям шнур там не будет в этих кольцах прям вставать колом, как это на кольцах более маленьким диаметром. Ведь все мы знаем, что трофейная рыба в основном ловится в холодное время. Либо весна, когда еще там ночью минус, да, либо осень, когда ночью минус, да, и несет шугу. Соответственно, вот, в это время происходит и ловля трофейной сильной рыбы. Так что мы видим, производитель об этом позаботился. И позаботился, конечно, о том, чтобы был хороший, адекватный заброс. Но вот не могу сказать пока еще, насколько он дальний. Ну, в принципе, хотелось бы, конечно, в следующем году, летом, выйти на пляжик, да, на хороший, и протестировать на дальность заброса. Сейчас я возьму, продену шнур. Не знаю, будет видно или нет. Но вот я медленно тяну, и прям четко вижу, уважаемые зрители, что вот шнур прям ровно перекасается со всеми стенками по всему радиусу. Прям четенько, вот смотрите, прям вот. Вот, вот прям нет проблем, он входит идеально. Нету такого, чтобы он где-то бы не доходил, да. И мы видим, нету таких критических изгибов, углов, нет критических углов входа в это кольцо. Это как раз именно способствует, что шнур у нас, как бы сказать, ой, вернее, кольцо удалено от шпули, да, и выставлено достаточно точно, даже несмотря на то, что размер катушки 4000, в принципе, под такие катушки и заточен этот спиннинг, а то и 5000, я думаю, с ходом шнура в кольцо нет проблем, не будет никаких проблем, это хорошо. Вот, хотелось бы еще посмотреть, как данный спиннинг у нас будет работать в статике на вываживание, и сейчас мы вот проверим это дело, что вот я вот именно вам хочу показать, доказать, что вот спиннинг именно живой, и он хорошо будет выводить рыбу. Потому что мой друг Дима рыбачил им, мы с ним разговаривали, он будет хорошо вязать рыбу. А это, уважаемые зрители, очень важно при трофейной рыбалке. Вот такой рюкзачок у нас весит 2 килограммчика. Я к нему привезу шнурочек. Вот, либо так вот. Смотрите, вам, конечно, всю картинку не будет эту видно, да?
Но в целом, как бы понятно, что вот нагрузка именно доходит до комля. Видим, вот он уже изгиб комля пошел. И вообще, в принципе, он эти 2 килограмма, если вы сидите в лодке, он просто поднимает. И рыбу весом 2 килограмма вы можете спокойно закинуть. Вот я этот рюкзак, вот вес поднимаю, вот полностью его поднимаю, безо всяких этих, да. И видно, что спиннинг сейчас вот, в принципе, рисует правильную параболу. Вот. Сейчас отойду подальше, вам даже покажу. В камеру. Видите? Безо всяких проблем. То есть 2 килограмма, сидя в лодке, вы можете спокойно вот так вот взять и спокойно поднять, да. Тут вот нужно тоже понимать, если вы стоите в лодке на какой-то там фиш-платформе, и вы стоите вот так вот сверху, да, то, конечно, с такого положения вы стоите выше над рыбой, можно поднять очень много. Как бы еще проще и легче поднять. Именно спиннинги ломаются, когда вы сидите как бы в резиновой лодке, и практически уровень воды от вашего, как бы сказать, центра, да, весом массы тела, именно где вы держите спиннинг рукой, он не сильно поднят над водой, именно вот это самая большая нагрузка, да. Но если вы, допустим, сверху там, где-то на берегу там, с какой-то платформы, то оттуда попроще поднять, потому что угол атаки спиннинга получается совсем другой. Вот. Спиннинг сгибается у нас именно в статике на вываживании очень даже правильно. Сейчас я обрежу шнур. То есть вот именно я хотел и сказать, что ценность этого спиннинга в том, что он при вываживании именно в статике именно правильно нагружается, что именно очень хорошо и будет способствовать при вываживании хорошей крупной трофейной рыбы. Тут вот мне самому даже понравилось, как он работает. Это, кстати, очень важно, как спиннинг работает на вываживание, особенно при крупной рыбе. Вот. То есть вот, видите, я даже могу изогнуть. Безо всяких проблем. Еще раз напоминаю, что спиннинг у нас регуляр фаст. Видите, да? Тут уже его в колесо, вот так вот, ну, не загну. То есть мы видим, да, что кончик уже в идеальную параболу, как у бустера, не уходит. Видите, да? Вот. Хотя вот уже превышены углы атаки. Вот это очень сильно. Но мы видим, гнется его примерно он до половины. Вот. Надеюсь, что в принципе всем все примерно понятно, как я смог объяснить, уважаемые зрители. Ну вот, что еще, не знаю, что еще можно сказать по данной палочке. Мне лично данный спиннинг понравился. Спиннинг этот разыгрываться будет в данном видео. Спиннинг хороший, достаточно легкий, мощный, сильный. Как раз направлено для ловли на джиг трофейной рыбы, уважаемые зрители. Вот, пишите под видео комментарии, и будем разыгрывать данный спиннинг. Так, немного остается до Нового года. И что хочу сказать? Хочу сказать, что еще будет обзор по Рубикону и его розыгрыш. Но мы, наверное, уважаемые зрители, это перенесем на январь месяц. Вот, потому что время поджимает, есть кое-какие дела, новогодние праздники, ну типа это и все такое. Вот, хорошая палочка, все здорово, хорошая вот такая длинная ручка разнесенная, хороший хват, здорово. Не тяжелый спиннинг. Мне очень-очень понравился. Однозначно постараюсь им порыбачить в сезоне 2020 года. Ну что, уважаемые зрители, мое видео подходит к концу. Всем, кому понравилось, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь этим видео с вашими друзьями. До свидания. До новых встреч.